Пацаны, всем привет. Как я обещал, будет покраска машины полностью. Сейчас я забрал капот, 4 двери и потом кузов покрасится. Сейчас подготовка к покраске. Ну, она уже почти готова, там мне чуть-чуть доготовить, перегрунтовать все и перекрасить заново. А, еще пол. Еще и пол, короче, успели пока. И занимались подготовкой, успел пол еще забетонировать. Так, пацаны, пол забетонировал, он еще не просох, мокрый пол, ну, нам на руку, меньше пыли, когда пол мокрый, можно красить смело. Так что будем начинать потихоньку. Сейчас достаю стол, ставлю стол, начинаю подготавливать. Все, включимся дальше. И в придачу ко всему вот этому добру мне еще дали ящик вот такой с материалами. Грунтовки 5 к 1. Салфетки, леечки, безжирка, герметики, краска 2К, по-моему, МИПА, да, 2К. Автомобильная акриловая эмаль с отвердосом. Шпакля. Сейчас будем шпаклевать. Ну и начинаем работать. Второй день пришел Саня, мы с ним зачухали, все подготовили, уже обезжирили. Сейчас я калачу грунтовку, короче, и будем грунтоваться. Грунтовка двухкомпонентная, ну, все как по стандарту вот такой фирмы. Не знаю, брали мы, по-моему, Димону такую красили. Да. Нормальная грунтовка. И купил я себе 3М-овский респиратор. Будем сейчас в 3М-овском респираторе, блядь, красить стрика. Так, короче, пацаны отгрунтовались. Пистолет грунтовочный. Блядь, вот полосы, короче, видно, если на камеру. Я думаю, видно. Полосы из-за того, что пистолет забился, короче. Санька сторис пилит тоже. Вот сколько пыла село. Маска, конечно, 3М рулит. Это, конечно, капот. Петлянули. Подсыхает еще. Ну вот такая маска, короче, 3М-овская. Все стороны задули. Бока, конечно, есть. Потом зачистим. Вот, вот такие, короче, бока. Тут пистолет еще плюнул, блядь. Тут такие ореолы надо поубирать. Вот это все поубирать. Но это уже такое. Главное так, что дверь, блядь, вроде ровно. Ну вот, вот тут, видишь, бок? Да, вот, вот эти бока. Тут, да. Ну на сером сразу видно. На красной грунтовке нихера, блядь, не видно. Это да. Фу, блядь. Ну 4 детали, короче, покрасили. Да. Погрунтовали, точнее. Пацаны, включимся уже, когда будем красить. Перед покраской я уже, может, костюм себе куплю, потому что в кожу впитывается, волосы все, если видно в этом. В опыле, короче, на руках. Это. Все, следующее включение, когда будем краситься, краситься будем через пару дней. Потому что 2 дня работаем. Эти пока детали будут сохнуть. Прошелся один раз. Есть, конечно, пылинки на краске. Хотя и протираю, и все. А тут какие-то капли непонятные. Короче, ладно. Вот так получилось. Есть вот такие косяки. Мусорины всякие непонятные. На капоте не так сильно, тут тоже вот есть
Тут одна вот такая. Это с самих дверей все летело, скорее всего. Тут вот такая небольшая сетка. Эти двери более-менее. Самые такие более-менее повысились. Нормально. Вот эти. На этих самое больше. Вот в этом месте. Вообще налетело, блядь, откуда-то. Вот так вот погрунтовалась машина. Теперь вся серая. Ну, крышу внутри красной грунтовал, чтобы это не расходовать, потому что это и так в притирку хватило. Короче, вся серая. Теперь на мокрую ее перетереть. И все, и она готова к покраске. Вроде так нигде. Тут ореолы какие-то. Но это все зачищается еще. В процессе. Вот. Новая машина. Видно. Новая, да, Дань? Да, новая машина. Чуть-чуть видно след. Так, парни, короче, сейчас... Всю машину проявкой натерли. Вот, все черное, короче. И вышлифовываем до такого состояния, что было яичко, яичко. Прикол в чем проявки? Сань, подожди, не жужжи, я расскажу. Прикол в чем проявки? Вот, пацаны, где были бока на крыше, короче, где мы разрабатывали до металла, ржавчина. Вот, грунтанулось, а видите, такое, это ореолы остались, а вот. Саня, понял? Вот остались ореолы, смотри, тоже, я тебе тоже буду рассказывать. Видишь, как... И машинка, когда берешь, начинаешь работать, снимаешь, и тогда на краске вот этого уже не проявится штука. Сейчас я тебе покажу. Вот так все бока убираются. Вот смотри, все, яичко. Плюс 80-очкой перетрется, на этом уже не будет вот этой штуки, ну, да. На краске. А так бы мы покрасили, все вот эти следы были видны. Ну, да, ну, так что, короче, проявка, пацаны, тема классная. Конечно, руки, да, черные, но с ней работать вообще отлично. Погрунтованная тачка, мы же тогда остановились, что будем красить. Те детали уже покрашены стоят. Тут сейчас все грунтованное, все в этой в черной проявкой проявили. Сейчас все затираем на 800-очке под машинку, выгоняем ее. Керхером моем. Ну, короче, я буду показывать. А красить, наверное, завтра будем, если сегодня все удачно. Так что дальше включимся. Хорош, выкручивай. О, нормально. Все. Туши. Туши канал. Так, пацаны, короче, сегодня настал час Че. Сейчас будем красить. Сейчас я готовлю помещение под покрас. Ну, вы смотрите, я показываю.
We'll be right back.
Один слой накрыли, сейчас еще краска, есть банка краски, разводим, накрываем второй слой, потом лаком еще, и все будет хорошо. За резину не парьтесь, резина старая, я колеса не накрывал, потому что это они будут выкидываться, это старые колеса, не порепаны все, просто пригнали чисто на покраску. Все, короче, второй слой я не буду, думаю, вам показывать, все то же самое. Сейчас я выхожу с помещения, пусть осядет туман. 15 минут межслойная сушка и кроем второй слой. Все, посмотрим. Дальше уже готовый результат покажу вам. Все, включимся. Так, пацаны, все открасил, короче. Да, есть вот тут. Ну, тут полка прикроется. Песок откуда-то налетел, хотя я пылесосил, и все. По покраске, короче, на крыше все вот это видно. Хотя все четко, но почему-то все видно, ореолы вот эти. Хотя я вышлифовал все. Пиздец, сколько ореолов. Ну, лучше, чем было, по крайней мере. Тут все блестит, все красиво. Мусорина какая-то, сука. Пала, придется стрелять. По потекам вот тут только потекло. Вот. Но мы его уберем, этот потек. Тут, в принципе, больше не. А, и вот здесь где-то, сука, муха прилипла. Вот тут вот муха прилипла. Ну, после полировки будет вообще в огнях. Так что, пацаны, подписываемся. Я не профессиональный маляр. Это вторая машина, которую крашу. Условий нету никаких. Дальше будем менять пороги на Peugeot и красить крылья и капот. Все, кому интересно, подписываемся. Надо же на чем-то тренироваться. Все, всем пока.